Здравствуйте, с вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения. И вот сегодня очень солнечная погода, я хочу вам рассказать о том, что заботясь о своей коже, именно снаружи покупая увлажняющие кремы, питательные кремы, надо не забывать, что здоровье кожи, оно очень сильно зависит от внутреннего здоровья, особенно здоровья желудка и кишечника. И если кишечник загрязнен, если желудок подвержен нападению хеликобактер, то, в общем-то, организм выбрасывает все токсины через кожу. Кожа у нас такой же выделительный орган, только очень большой, с большой поверхностью. И тогда нас начинают преследовать либо угри, либо фурункулы, либо, что еще хуже, нейродермиты, атопические дерматиты. Да и просто, если нету серьезных проблем с колитом, либо с гастритом, то хорошая работа кишечника, она обязательно сказывается на хорошем внешнем виде. И настроение улучшается, человек лучше высыпается, и выглядит он гораздо лучше. Поэтому не забывайте, что есть такой прекрасный препарат, как вот Витом. Витом, это, в общем-то, производит у нас в Кольцово. Это бактерии, которые стабилизированы в сахаре, такая сахарная пудра, а вот в таком большой баночке. Как ее нужно будет принимать? Принимать ее нужно будет по чайной ложке 3 раза в день, вполне достаточно. И там есть 4 номера Витома, 1, 2, 3, 4. Сначала пьются нечетные цифры, 1, 3 и 2, 4. Ну вот у меня сейчас дошла очередь до 2 Витома. Витом каким образом помогает именно в нашем деле о борьбе с... или на пути к здоровой коже? Витом заселяет наш кишечник полезными бактериями, вытесняется патогенная микрофлора, кишечник хорошо очищается, и у него нет причин выбрасывать токсины в нашу кожу. И комплексно вот в этой схеме хорошо работает второй препарат Витопринол. Вот я сейчас нахожусь на родине, в общем-то, Витопринол, потому что Витопринол производит из хвои на специальных препаратах, аппаратах. То есть хвоя у нас обрабатывается углекислотой, и жирная фракция в одну сторону, жидкая фракция в другую. Так вот, в жирной фракции остается как раз жирорастворимые витамины А и Е, причем в натуральной форме, из хвои, из сибирской, из пихты. И витамины А и Е – это, наверное, первые витамины, которые вам назначит любой косметолог для того, чтобы подпитать кожу. Потому что у нас и витамин Е отвечает и за упругость, и за молодость кожи. Витамин А отвечает за нормальное деление клеток, на питание. И вообще вот эти витамины А и Е, они участвуют во многих процессах, именно связанных с кожей. Поэтому как нужно будет принимать витамин? Вот вы принимаете Витопринол, точно принимаете Витом по чайной ложке 3 раза в день, растворяя в любой водичке, вне зависимости от приема пищи, ну лучше до приема пищи. Вот. А 2 капсулы Витопринола, вот здесь их 60 капсул, то есть это получится месячная доза. 2 капсулы Витопринола вы выпиваете на ночь, и у вас кожа получит тот объем питательных веществ для того, чтобы сиять здоровьем, быть молодой, блестящей, не подверженной разнообразным дерматитам. Причем самое что интересно, вот я часто говорю, дерматиты, нейродермиты, экземы, псориазы, вот. Но и у людей, которые имеют эти тяжелые заболевания, такая схема тоже вызывает значительное улучшение здоровья. А уж нам-то, вот у кого ничего подобного нету, тем более нужно применять и Витом, и Витопринол вот именно в такой схеме. А в Новосибирске данные препараты очень легко купить. Они есть в наших системе магазинов «Вершки и корешки». Их 4. Это на Бирском шоссе, в Гиганте, в Академгородке, в торговом центре на втором этаже,
в самом Бирске, в ТЦ «Версаль» и в Искитиме, в ТЦ «Магеллан». Но можно заказать и на сайтах, это pihta.ru, и, в общем-то, в интернет-магазине доставка в любую точку нашей большой страны. Сам Витом есть уже вот во многих городах. Мне звонят из Ростова, из Кавказа, то есть Витом везде есть. Вот витопринол можно заказать прямо с предприятия, прямо с Абис. Вот интернет-сайт pihta.ru – это как раз сайт предприятия, где производят конкретно данный препарат. Вот такое комплексное применение, оно благотворно сказывается на кожу, на здоровье, да и на настроение наше. Вот, осенью самое время подлечить кожу.